По Монпарнасу идет человек в поношенном чистом пальто. Он похож на великой войны коллег, которых не помнит никто. Он по-французски с трудом говорит, он просто старый солдат. И каждая рана его болит, когда дожди стучат. Он вытерпит боль с улыбкой без слез, хоть, может, не ел пару дней. Кто знает, вдруг старый туберкулез сможет вылечить город огней. Поэты, артисты, художники здесь сидят в открытых кафе. И белые эмигранты есть в старой донской галифе. Он любит искусство, но он не поэт, он сделал выбор другой. Ведь в жизни часто и выбора нет, а если и есть, то плохой. Все отдал другим, себе ничего, а смерть забирала друзей. Он знает, как смерть боится его, он близко знаком с ней. Карта Парижа ему ни к чему, он знает все про Париж. Эйфеля башня кивает ему сквозь строй Монмартрских крыш. Он знает все про Булонский лес, где с дочкой любит гулять. Знает про кладбище Эр-Лашез, где скоро будет лежать. Надпись на камне напомнит нам о том, что было давно. Здесь похоронен советский комбриг, место.